Вы звали меня, мистер Роквелл? Звал, звал. Хватит тебе просиживать штаны в офисе. Ты отправляешься на север, в замок Малгрей. Он выставлен на продажу. Можно задешево отхватить отличный объект недвижимости. Но ведь вы посылали туда Джима Джонсона на прошлой неделе. Он наш лучший эксперт. Да, Джим был там, но он, похоже, спятил. Сейчас он в психушке и даже двух слов связать не может.